Дорогие мои подписчики, я хочу поздравить вас с Новым годом и с Рождеством. У нас уже несколько сотен, и с многими из вас мы уже стали практически друзьями, постоянно обсуждаем какие-то наши путешествия. А вы делитесь своими впечатлениями, даете советы, какие места можно еще посетить в тех или иных городах. Я вам честно и искренне рассказываю о каких-то своих находках и наблюдениях. Теперь у нас есть группа ВКонтакте, так что мы можем общаться еще и там, вот в какой-то из частей экрана, возможно, в этой. Вы сейчас видите адрес этой группы. Я надеюсь, что наше с вами общение вдохновляет и вас, меня-то оно точно вдохновляет, и ваши все лайки и комментарии мне очень дороги, я все это читаю и, как вы знаете, отвечаю на все ваши комментарии. Я думаю, что у нас, у меня и у вас будет не меньше путешествий по нашей стране, по России. Может быть, вы путешествуете по своим странам. Я знаю, что у меня есть подписчики, например, из Чехии. Прекрасная страна, в которой я была в прошлом году. Я надеюсь, что эти путешествия будут всегда интересными. Я уверена, что они будут интересными, когда человек интересен внутри. Часто мы видим вокруг себя то, что есть внутри нас. Поэтому я всем вам желаю добра, вдохновения. И оставайтесь со мной.